Никита Зимин, 86-й Дмитрий Силантьев, 87-й Денис Мингалеев, 89-й Владислав Воропаев, номер 97-й Иван Тимашов, номер 98-й Алексей Фурсов, главный тренер команды Отмахов Владислав Валерьевич. Ну вот пока я, собственно говоря, заканчивал читать составы команд, арчане открыли счет, произошло. Вот хотя сейчас вот опасный был бросок. Очень опасно было. И завязывается небольшая потасовка. Но сразу рефери бросок арчане на своих партнеров. И вот опасно было достаточно. И снова атаковал Максим Клинцов. А здесь у нас остановка игры. Так, а вот сейчас вот может быть опасная атака. Очень здорово здесь играет. Жалко, что бросок не получился. Да, пока очень здорово действует вратаря обеих команд, даже несмотря на то, что Молот одну шайбу пропустил. Да. Ну и, собственно говоря, логическое такое, наверное, завершение. Удается пермской команде провести быструю атаку и забросить шайбу. Что-то спокойно дает раскатываться сопернику Южного Урала. Здесь Румянцев в игре был. Вот снова нам показывают болельщиков, да, их очень приличное количество здесь. И поддержка такая очень неплохая, скажем так, если не сказать больше. Ошибок, если не считать те две пропущенные на двоих шайбы. Сейчас очень опасно здесь на пятачке, и тут после команды практически играли, скажем так, без свистка. Еще один момент очень опасный. Так, и вот этот пермской команды просто подавляющий. Еще одна атака, еще один бросок и гол. Ну, собственно, наверное, это было ожидаемо. Вот сейчас, может быть, да, и забивает арчане, забивает, сравнивает счет. Там ошиблись, конечно, пермские хоккеисты. Арчане пытаются играть, будет в исполнении хоккеистов пермского Молота. Да.